У нашій студії вже відома вам дизайнер Євгенія Пишняк. Вітаємо вас! Добре утро! Сьогодні разом з вами будемо робити ялиночку. Що нам для цього необхідно? Ну, нам нужны воздушные шары, насос для воздушных шаров, ножницы, любимый двусторонний скотч, лента новогодняя, украшения, такие тоже, Бачимо. Да, снежиночки возьмем и маса желания и свободного времени. Заздалегідь ми вже зробили невеличкі заготовочки. Я думаю, їх варто прокоментувати, якою шириною зробити ці кульки, а також як збирати ці. Так, ми почнемо з больших, з нижнього ряду. Ми робимо, надуваємо 5 шаров одного розміру, максимально підбирає їх. Потом идем, как елочка, идем пирамидочкой, все меньше и меньше и меньше ярус. Надуваем и связываем шары в двоечки и в троечки, и потом их совмещаем. Можно просто перекрестить, совмещая, или же связывать. Но лучше связать, чтобы, не дай бог, не розсоєднювалися. Вони пластичні, ці кульки, тому що ось у мене перша емоція була, щоб не лопнули. Вот, вообще, все, ну, как ни странно, не умеют дуть шары, на самом деле, да, потому что шары, самое главное, не передуть. Когда круглый шар, обычный шар, то его не нужно надувать до образования груши. Это неправильно. Круглый шар, он должен быть оставаться круглым. Поэтому такой шар, он не лопнет. И такая елочка у нас простоит достаточно долго, от двух недель до двух месяцев. Ничего Даша. Себе! Да. Як справжня новорічна ялинка. Да, если правильно надуть, то елочка очень долго простоит. Ну, если нет маленьких шкодников, конечно. А ось обираючи кульки, ви обирали якісь спеціальні за розміром? Чи, можливо, можна брати однакові, але просто надути різними? Можна брати однакові, но это менее экономно, потому что чем больше шар, тем он дороже стоит. А вообще, конечно, по идеалу лучше брать разного диаметра. Это начиная с 21 диаметра, заканчивая пятерочкой, 5 диаметров. Вот. Поэтому и будет легче. Главное подобрать цвет, потому что зеленый зеленому разница. И бывает так, что ты вроде берешь шары одного цвета, а получается, что потом они не подходят. И выходит, да, не очень. Да. Ну вот, допустим, это шарики. Это вообще у нас тут троечка. Это маленькие-маленькие шарики. Но по цвету они, видите, чуть-чуть светлее. Но так как это у нас верхушечка, мы позволим себе это. Вот. Соединять мы будем, как правило, соединяют все, ну, в основном, все вот такой вот ленты. Но я не соединяю, потому что края ее достаточно острые. И я беру старые воздушные шары, которые, ну, лопнули или ну, не понадобились. И делаю такую вот веревочку, чтобы можно было, да, чтобы можно было соединить. Начинаю привязывать, закреплять. Просто делаю обычный узел, как шнурки, завязываем как шнурки, да. И я начинаю. Это все легко, и в принципе можно работать с дитиною. Да, это очень классно, потому что маленькие детки, во-первых, им это будет очень интересно, во-вторых, это максимум безопасности. Наступный шар. Наступный вот у нас идет. Поможете? Звісно. Да, так, сейчас мы вот расчистим чуть-чуть место. Ой, спадает. Так. Главное выровнять, потому что у нас пятерочка, это не так уж и легко. Теперь ставьте. Да. И теперь мы связываем. Главное, видите, между... Ага, зрозуміло. Вот так вот. И мы просто берем и перетягиваем. Вот так. И держим теперь следующий. Не, я была не права, это не досить легко. Держите. Так, теперь следующий шар нашей елочки. Мы сделаем ее не очень маленькой, ну и не сильно большой, чтобы. И снова же перетягиваем. Гарна альтернатива живі ялинці, тому що виглядає досить суттєво, гарно. Тепер можна там ось це. Нарешті, я його так вам пропонувала. Ось так. Пара рівні. Вирівнювати я вже навчилася. Це хорошо. Еще подержите. Тримаю. Так, следующий. Боже, совсем за ялинкой у нас не видно. Да. Але ж скільки подаруночків сюди під неї поміститься. Да,
достаточно много. Еще. Я. Когда не хватает, можно довязывать. Или же можно уже сразу подвязывать к нижнему шару. Но мы будем делать и так, и так. Мы будем, как у нас, чуть-чуть не рассчитали с нашей веревочкой. Але і так досить пластичний матеріал, у якому дійсно невеличкої мотузки вистачило на таку велику ялинку. Для того, щоб наша ялочка дуже хорошо стояла, ми набираємо в шарик водичку і підв'язуємо її знизу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб вона була устойчива і коли дітки бігають, щоб вона просто не падала. Я приберу ці цикунки, щоб наша ялинка могла зайняти своє місце. От і наша ялочка готова. Але ж яка ялинка без прикрас і без іграшок, без кульок? Ну, перше я пропоную зірочку повісити нашу красавицю. Теж ми все підв'язуємо. Те, що тут є. Не використовує ніякі клеючі матеріали, тому що вони портять шари, роблять їм міні стойкими к времени, скажем так. Ось так, зірку ми вже встановили. І шарики, це шарики-ігрушки, ми використовуємо двосторонній скотч, для того, щоб... Я вам трошки допоможу, зніму верхній шар. Можна використовувати от сніжинки і ігрушечки. Ось так. Знімаємо ось тут. Да, складновато. Скотч такой... Нічого, ми з ним поборемось заради такої ялинки. Не хочуть. Та що ж таке? Добре, я візьму зараз ці. Да. О, у вас вийшло. Ну, ось що рука майстра. Єсть. Яка краса. Тоді і я зроблю. Давайте, пробуйте, получиться обов'язково. Тепер я знаю, що я буду просити під ялинку. Вміння гарно прикрашати ялинку такими кульками і все вміти робити. Так, от ми зняли і будемо вкрашати, ну, між шарами, щоб їх було достатньо хорошо видно. От так. От є один. Та що ж таке? Хочеться зараз гадати Вінні-Пуха. Це неправильний чол, вони несуть неправильний мед. Так. Да. На самом деле скотч действительно очень капризный и не всегда получается с первого раза. Даже у людей, которые постоянно с ним работают, потому что, ну, это... Тобто проблема не в мені. Нет, нет, это вредный материал, это 100%. Ну, украшаем по периметру. И одразу даємо яскравого кольору. Да, ну, чем ярче, я думаю, тем лучше. Цими прикрасами ми прикрашаємо ялинку? Да, прикрашаємо, збоку там відкрита. О, бачу. Просто не знаю, где именно. Вот. Ну, прям вот так высыпайте. Ага. Так, ну тут-то я уже справлюсь. Да, здесь. Ну, я так думаю. Справитесь, я так сподеваюсь. Все получится. Ага, у меня вышло. Вот. И тоже, ну, тут уже как вашей фантазии. На самом деле можно украсить чем угодно. Теми же конфетками, которые детки между делом украшают и кушают. Скотч и... Да, да. Скотчем сюда. Блакитну зірочку, сніжинку. Да, сніжинки – це класно. А які традиції святкування Нового року у вас? Тому що ялиночку ми вже встановили. Можливо, яке новорічне чудо ви вірите? Ну, ми на самом деле, ну, мы не празднуем Новый год, у нас он совсем немножечко другой. Ну, как бы у нас есть Новый год, но по моей вероисповеданию он немножечко другой. Просто, ну, как бы, христиане – это наши братья, и в целях солидарности у нас очень много друзей христиан, поэтому, как бы, мы, ну, бывает, что вместе с ними празднуем этот праздник. Вот, ну,
А, к сожалению, у нас нет таких традиций. Вот, у других, ну, как бы, как и у всех остальных наших друзей, они собираются семьями, соответственно, подарки детям. Ну, традиционно семейный свято. Да. Вот, и предлагаю еще украсить вот замесь серпантина. Вот. Такой штучкой. Зараз. Есть? О, вот так. Хочеш зробити гарну фігурну зірочку. Ось так сюди. Ох, яка краса. Вот, и вот такая вот елочка у нас получается. Все очень достаточно легко, просто. И теперь у нового дня з'явилася ялинка у студии. Нікого ще нема, у нас вже є. Вот. І ось так. Ось таку красу ми зробили з нашою ранковою гостею, з дизайнером Євгенією Пришняк. Я трошки посуну ялиночку, щоб було видно нашу красуню дизайнера. Спасибо. Дякуємо, що навчили нас робити таку ялинкову красу.